Привет, друзья! Сегодня воскресенье, я собираю лисички, но очень надеюсь, что скоро появятся и белые грибы. Давайте посмотрим, что происходит в лесу. Этот лес вырубили в прошлом году. Здесь было одно из лучших грибных мест. Росли подосиновики с красными шапками. Один белый все-таки попался. Теперь главное не пропустить первую волну боровиков. Подписывайтесь и ставьте лайки. На этом всем удачи и пока. Пока-пока.